Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал известный хадис: «Иннама ахафу аля уммати аль-аимма аль-мудиллин». Чего я на самом деле опасаюсь? Чего я на самом деле опасаюсь относительно моих последователей? Так это тех имамов, проповедников, которые будут сводить с верного пути. Здесь, на полях, чтобы слишком много не говорить, это, по этой теме я периодически и пишу, и говорю, крайне важно не ослепляться цитированием аята, хадиса или мнения ученого, а задумываться, к каким размышлениям и действиям это побуждает. Это очень важно. Повторюсь, крайне важно не ослепляться цитированием аята, хадиса или мнения ученого, а задумываться, к каким размышлениям и действиям это побуждает. У меня на сегодня было несколько хадисов, там в том числе один был хадис. Я ему дал очень важный комментарий, но мы по нему с вами не успеваем. А следующий джума меня не будет. У нас совет улемов. Да, камера на полосу. У нас совет улемов. Будет много важных мероприятий в соборной мечети на проспекте Мира. И мне, как председателю совета улемов, там надо быть. Поэтому следующей пятницы меня не будет. Ну ладно. Если что, хадисы очень интересны, там и хадисы по тематике фитна внутри и извне. На umma.ru материал появится. Посмотрите. Может, уже через неделю, если я буду в Москве, когда буду вас проводить, может, мы еще к ним вернемся. Очень полезные хадисы. Но в материале на umma.ru появится фитна внутри и извне. Там приведены хадисы, и краткие пояснения к ним также имеются.